Интер без вариантов абсолютно. Адом. Длиннющие руки у него, никак к ним подобраться. Евгению Колесникову. Ну, это фантастика. 10 секунд на атаку. Хантер не попадает. И вновь Роберт Лоури. С мячом. Спокойненько, никуда не спешит. Качает он Хантера. Очень здорово убирал. А подбор сейчас за Адамс. Сейчас бы понадежнее сыграть в обороне. Миллер, его 2 очка, не точно, и подбор нужен. Порой желание сработать в том или ином эпизоде, побороться за мяч. Это 2 очка. Boy, it was not looking good for EV Baskets, but here they are. They're up 2 with possession. Kramer calls the play. He says, spread out, let Ricky go. For 3. Good! The veteran! Так, Оставкович отлетает каждый раз, когда Хайл делает движение. Томат Хантон честно пытается его остановить. Да, не пытаясь падать, имитировать встречный пол, что и некоторые баскетболисты очень любят делать сейчас. Сейчас 30. Несколько раз ослабились игроки Нижнего Новгорода. Это за. Хейнс, Перич, Брам. Мос, Рес, Меги, то есть пятерка, Венеция, он нападу, с другой стороны, Био. Окова, Колюшкина, Колесникова.
Кантер и Ника Минерат. Хейнса, Хейнса. Dobar tamo, brz na prvom koraku.